Всем привет, котята, меня зовут Лана, и да, мы с Йоши снова в пингвинах, а все потому, что здесь огромное обновление вышло. Йоши, целый пингвиний город, ты представляешь вообще? А до этого у нас что было? Это типа был не город, а так маленькая деревушка, не знаю, я здесь заблудиться могу в твоем городе, ну типа... Не до города, да? Ну, сейчас будет город. Это не город. Это мой, скажем так, пингвиний комплекс островов. Я даже не могу назвать это одним островом. Ага. И тут, в общем, можно все вот так вот покупать, да? Но, Ёша, я... Знаешь, давай буквально вот парочку кнопочек сейчас купим и дальше отправимся дальше. Подожди, а где? А, вот тут, подожди. А, я думаю, почему у меня здесь вот этот плот? Лодка, это Ёша сюда. Это я припарковался. Да, да, я так и думала. В общем, Ёша здесь. А, помнишь, мы катались с тобой на коньках? Разумеется. Так вот, сейчас мы можем не просто кататься на коньках. Ну, я даже не представляю, там огромное количество мини-игр, и, если честно, я еще этого не смотрела вообще. Господи, Ёши, замри, не двигайся. Идеально, просто идеально. Так вот, Ёши, пока мы с тобой не отправились в город, я хочу показать еще одну очень классную штуку. А что это? Показывай. Ты хочешь, чтобы я купила остров? Ну ладно, я куплю остров. Но, давай, давай, я сейчас покажу. Ребят, открывайте свои промокоды. И кошка Лана... Ну, собственно, это мой ник, только без вот этого подчеркивания, без пробелов, без ничего. Вы его... Ёш, ну что ты уже надел? Я хотела сама показать. Ладно, ладно, хорошо. Ребят, и вы тоже можете получить... Эти ушки. Посмотрите, это просто кошка-пингвин. Боже, это милота, это то, о чем я мечтал. Кошка-пингвин, да. Это чудесно. Кошка-пингвин, это прекрасно. Итак. Ладно, у меня, да, вопрос. Когда будет город? Я хочу город. В город. Я городской пингвин, кот-пингвин. Видишь зеленую кнопочку? Так. Вот там, где дома нарисованы. Вижу, да. Нажимаем и... Подтвердить или друзья? Я нажму подтвердить. Я думаю, нас закинет в одну группу, так сказать. Итак, ребята, мы здесь. Тут есть фонтан. Кстати, я, наверное, возьму другого питомчика, потому что этот у меня немножечко недовольный. А вот песик у меня довольный. Ага. Ёша, это что, магазин для питомцев? Подожди. Это магазин для питомцев? Ага, здесь можно, кстати, открыть яйцо с питомцами прямо здесь. А что-то купить для питомцев можно? Можно его сюда отправить поиграть? Я сама пытаюсь пройти, но у меня не очень получается. Это, видимо, не для меня это. Ладно. Ладно, хорошо. Хорошо, мы посмотрим еще что-нибудь. А, кстати, напоминаю, пока вы... Господи, я пингвина уронила! Прости, пожалуйста. Прости, боже, я не хотела. Ужас какой. Ёша, а ты где? Ты со мной? Ты видела вот этого красного уронила? Я рядышком. У него ноль сердечек. Бедолага. Надо ему сердечко поставить. Надо лайкнуть. Ой, Ёша, знаешь, я не нашла, как его зовут. Я просто всем сейчас по сердечку поставлю, как бы... Ты добрая. Но эти пингвины не сделали мне ничего плохого, поэтому... Ну вот, а вот этот пингвин пытается сидеть у меня на голове. Ему я сердечко уже ставила. Смотри, Ёша, тут карта острова. Ничего себе. А куда нам надо? Мы сейчас здесь в начале, здесь можно рыбачить, здесь есть магазин питомцев и, собственно, спаум. Есть магазин машин. Она кликабельная, можно, можно нажать и серьезно? Телепортироваться. А куда мы пойдем? А я в скейтинг-ринг пошел. Где он? Господи. А, нет, там мы уже были, возвращайся. Я хочу, может, в аквапарк пингвинов. А такой есть? Давай. Да. Аквариум? Нет. А, прям аквапарк? Аквапарк! Я уже здесь побежали. Я на месте, я готов. А чё тут людей нет? Слушай, ну вообще это классно, когда в аквапарке никого нет, кроме тебя, и никто не катается. Так, я хочу проверить. Итак, пингвин на горке. О, господи! Уи! Прикольно. И тут достаточно тепло, потому что вода растает. О, нет, тут есть пингвин, какой-то викинг. Ничего себе, прикольно. Злой какой-то, по-моему. А, подожди, не, Ёш, он не настоящий, он не это... Я вот сюда. Игрушечный. Я понял. Да. Уи, у него ника просто не было, сердечек не было. Ник был, сердечек не было, вот. Я... Слушай, а вот так выглядит, как будто я немножечко покрасилась. Ну, в общем, белый пингвин я теперь. Так, это весело, да. Ну, давай посмотрим что-то еще. Кстати, карту можно открыть вот прям так. И, ага. Может быть, теперь в аквариум? Давай, почему нет? Посмотрите на рыбок, говорят. Какие красивые рыбки. У Дори! 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 Это Дори? Не, Ёша, это не, да. Дори.
Дори синяя, а не зеленая. Так она синяя. Она зеленая. А может, у нас разные рыбы? Может, у нас разные рыбы. Но у меня, типа, здесь Дори. Вот! Нет, ну это тоже не Доринг, это пятнистая. Вот какая тебе? Вот это, вот тут рыба, вот я смотрю, на какую рыбу. Вот это что за рыба? Фиолетовая. Да, темная такая. Ладно. Подожди, Ёши, мне кажется, что это те рыбы, которых мы вылавливали. То есть у нас же есть да наши рыбы, да-да-да. И тут даже на карте написано «аквариум». Посмотри на ваших рыб здесь, то есть ваших рыбов, которых вы поймали. Это круто, это очень приятно. Блин, показываем, получается. Да, да, прикольно. Так, Ёши, значит, давай дальше. Куда мы можем еще отправиться? Может быть, на гонки. Посмотри, вот там вот в углу, влево. Слева сверху? Да. Ага, давай. Ну что? А почему мы не наверху гонок? Видимо, нужна какая-то мини-игра. Но мини... Подожди, Ёши, мини-игры наверху. О, ничего себе, я не могу пробежать. Ты как туда вообще? А зачем мы... По горке идем неправильно. Не знаю. Может, надо было подняться на вот этой вот канатной дороге. О, смотри. Ну, в принципе, сойдет. О, Ёши, я уже покатилась, извини. Смотри. А мы не можем управлять, кстати. Да, а еще когда я еду, мой песель сидит. Ну, то есть он сидит, конечно, не на санках, но он присел. Ты видишь, что он сел? Я села, и он сел. Да. Ой, вообще врезалась в какого-то пингвина, который тоже хотел подняться. Прикольно, мне нравится. Не прикольно, что нельзя управлять, но я думаю, что нам пора нажать на мини-игры, потому что здесь мы можем еще и зарабатывать бриллианты, которые можем тратить на питомцев. Я потом куплю какое-нибудь яйцо, кстати говоря. А какую ты хочешь? Ого, ого, давай, о, я даже не знаю, конфетная гонка. Давай посмотрим. А что, мы вдвоем здесь будем, подожди? Вдвоем? Ну, судя по всему, никто больше не хочет играть, поэтому это конфетная дуэльная гонка. 2-1. А что делать? Бежать. И собирать конфеты. Моё конфета. Моё конфета. Моё конфета. А-а-а. Ты чё все конфеты собрал? О, ладно. Я пойду в другую сторону конфеты собирать. Блин, а. Ёж соберет больше конфет, чем подожди, я. А, подожди, всё, я понял. Больше конфет, чем я соберет. Ёж, я уверена нет, в этом. Нет, неправда. Это правда. Да у тебя 21, у меня 15. В смысле? Это что вообще такое? О, так, ладно. Домик конфетный я нашла. Да блин, это очень сложно. Ёши, ты чё столько конфет собираешь? Нет, ты мне не поддавайся, если что. Ты мне я не, собираюсь поддаваться, я не поддаюсь. Это ты просто побеждаешь меня. Я побеждаю, я побеждаю. Что... Точно? Ну, правда, конечно. Ёши, ты не поддавайся по-честному, давай. Если я по-честному играю. А ты видишь, что конфеты дают разное количество? Да, более вкусные это красные конфеты и золотые конфеты. Вот я нашла тут кусты с красными конфетами. Ну, так ты нормально, получается. Играешь сильно. У нас... Подожди, так долго? Минута? Да, минута. Слушай, а что дадут за победу, мне интересно. Так, синие конфеты не хочется собирать, они какие-то дешевые, знаешь, невкусные. Такие, о, Ёша, они ты. Снова спавнятся в тех же местах почти, где я их собрала только что. А, офигеть. Можно назад бежать. Ага, Ёша меня почти догнал, но это нет, это мой дом, это мой дом, это мои конфеты. Мой дом, мои конфеты! Ты что, зашел в этот дом и забрал конфеты на кровати, что ли? Ни в коем разе. Ладно. А, ты уже не тут, только что был рядом. Так. Блин, ты побеждаешь меня. Так, больше красных... Золотая конфета сюда. Еще одна золотая конфета. Это очень хорошие, слышь, дорогие, вкусные конфеточки. Отвали от золотых. В смысле, слышь, ты... Я хочу золотых больше конфет. Ты почему тут синяя? Мне нужна нет. золотая конфета. Не хочу синюю, хочу красную нет, или золотую. Нет, нет. Конец. Ты победил. На 4. Да. Но я не поддавался, честное слово. О, Ёша, тут еще пингвины набежали. Ну, ага. А подожди, а тебе сколько подскочили. дали тебе сколько? А я не заметил. Ну, блин, а у меня собака расстроилась. Ну, ладно. А, давай, наверное, мы уже поняли, как работает. Ты побежал собирать? Ой, а не надо было, да? Ну, я думала, что мы с тобой отправимся. Ты все конфеты забрал? Нет. Так, все, я хочу в другую мини-игру. Как ее закончить? Ее нельзя закончить, Ёша, нужно доиграть ее до конца. Итак, Ёша, опять второе место. 112 конфет. Че? Так, все, выходим отсюда. Выходим из этой мини-игры. О, подожди, нас прям телепортируют. Так, Ёша, мы еще не были на футболе и мороженой игре. В какую пойдем? Мороженое, футбол, мороженое, футбол, мороженое или футбол? Мороженое. Хорошо. О, тут кто-то... Ого, сколько тут пингвинов. Слушай, кажется, это очень популярная игра. А что делать? А, падает что-то большое. Это мое большое, это мое. Извиняюсь, забирай.
Минус один? В смысле минус один? Как-то минус один. А, Ёши, кажется, надо... А может, наток хорошее? Да, наток хорошее. Сыр уронила, блин, вернее, поймала. Почему? Мороженое с сыром, это же вкусно. Разве? Да. Ну, я не эксперт, ладно, если ты так считаешь, конечно. Мороженое мое. Да сюда. Мороженое мое. Слушай, Ёши, это довольно быстрая игра, и мне кажется, вот почему она популярна. Золотое сюда мне! Это... Куда? Мне кажется, она популярна, забрала. Потому что... Еще одно золотое. Ого! Я на первом месте! Да! Я третья. Потому что, Ёж, это очень быстрая игра, и здесь можно очень быстро заработать бриллианты. Я хочу еще раз. О, прикольно. Давай. Итак, теперь я знаю, что нужно вот так максимально отдалить, чтобы пингвины стали малюсенькими. И, о, вот золотое. Оно сюда. Это мое, это мне. Давай, типа... Так, а вот так... А вот так. Опа. Золотой дает плюс 2. Мне, вы пингвины толкаетесь, слышите вы вообще? А что они все съели? Все съели, все мороженое. Это мне, мое мороженое. Отдайте. Слишком много пингвинов, слишком мало мороженого на всех. Ёши, ничего себе ты там мороженого набрал. А, золотое! Я извиняюсь. Да, нет же, мое золотое было. Что ж ты делаешь? Тащишь я меня. Не взяла. Я ничего не взяла так, вообще. Ты... Не тусуйся возле меня, блин, ясно тут тебе? Какой-то один пингвин очень много мороженого себе набрал. Я только одно золотое вначале набрала. Да в смысле мне отдать? Ёши, вообще капец просто. Вообще не получается. А как? На третье место. У меня вообще какое у меня? Четвертое, я думала, ну ладно. Слушай, ну один раз первое место с первого раза заработала. Я считаю, что это круто. Так, давай-ка тогда, может, в футбол поиграем. Но мы не удержались, еще раз сыграли в мороженое. Я заняла первое место, я довольна, поэтому мы выходим в другую мини-игру. И это футбол, Ёши. Мы идем в футбол? Ага. Итак, ребят, мы с Ёши пытаемся уже раз шестой попасть на один и тот же сервер, и у нас это не получается. Поэтому я буду играть с вот этими пингвинами. О, у меня красная команда. А Ёши на другом сервере, если вообще будет. Так, ого! Мы забили им гол. Они забьют сейчас нам, у нас нет вратаря. У нас нет вратаря-пингвина. Да, он, типа, и не должен быть, честно говоря. Ну, как просто... это не должен быть? Нет. Бей и бей по мячу, нормально. Нет, Ёша, мы сейчас сами себе закинем. Да. Гол будет. Не очень сильные вы футболисты, судя по всему. Мы прыгаем. Это сложно, когда ты пингвин. Когда ты пингвин, скорее всего, ты не футболист. О, мы... Еще два. Да, еще два. Золотой мяч. Я сейчас буду золотой мяч им пытаться забить. Нет! Как у нас... Золотой? Золотой мяч, и у нас очень классный вратарь. Он реально, он нас спас. Нифига себе, у вас там какие-то стратегии. Я сейчас, блин, забью его. Я забью этот золотой мяч. Надо забить золотой им туда. Нет! Господи, ничего себе, кто-то через всю карту пнул его. Так, подача. Да, блин, нет. Подача, пас там, может, какой-то еще сейчас будет. Да, я хочу забить. Нифига вы. Я хочу забить. Ничего себе, блин, пингвинчики, пожалуйста, помогите. Красная команда сюда. А чё они тут стоят на ворот? Ладно, я им обычных пока. А ты за какую команду играешь, кстати? Я за красную. Я тоже за красную. Да, блин, ребята, они забили. Нет, я думала, они забили, они не забили золотой, все хорошо. Все в порядке. О, а мы забили. Я забила золотой! Да ладно? Да! Блин, они сейчас забьют там обычный. Ну, мы забьем обычных тоже сейчас еще. Вот, да нет, да блин, а сколько у них вратарей? В смысле? Так нечестно, у них вся команда на воротах стоит. Так нельзя делать. Это запрещено, по-моему, футбольными правилами. Это против правил. Да блин, ну куда вы все? Не туда, вы все бодаете. Вот там пингвин один забился, как гол, как будто из него. Да, я забила еще один. Давайте еще забьем, еще забьем. Еще забьем. Блин, я выбила мяч, простите. А они забили нам, и у нас еще целая минута. Слушай, я никогда не думала, что футбол это настолько увлекательная игра, блин. Ну, слушай, обычный футбол, возможно, и нет, а футбол пингвинов достаточно. Я надеюсь. Так, пожалуйста, да блин, пингвинчики, ну пожалуйста, ну забейте им туда гол еще. Ой, у нас мало... О, забили. А как мы забили? Я даже не видела. А может, они сами забили? Опа! Опа! Да! Мы выиграли, Ёши! У нас команда чемпионов.
Я, правда, спиной... Ой, я забила себя как мяч, короче. Но это очень прикольно, мне понравилось. Но я не буду, наверное, еще раз, потому что мы с тобой не можем попасть в одну футбольную команду. Поэтому, ага. В принципе, ну, вообще очень захватывающе. Да, реально. А мы тоже победили, кстати. Ура! И тем временем, Ёж, я получила... У меня теперь 434 вот этих вот бриллианта, и это нереально круто. Я хочу что-нибудь на них купить. И я тут посмотрела, тут есть торговый центр, может быть, торговый центр. А, он еще закрыт. Тут пингвин-строитель. Ладно, хорошо. Есть тогда магазин одежды. И тут реально продается одежда. А ну-ка. Так, Ёша, тут продаются шапки, тут продаются глаза, и тут продаются наряды. Тут появилась одежда, серьезно? Прикольно. Ёша, я даже не видела этого. То есть можно одеться как садовник, медсестра, парамедик, рыбак, ученый, фермер, моряк, авантюрист. Слушай, я хочу быть авантюристом. Или лесорубом. Есть еще костюм кролика, но он дорогой. Пещерный человек. Человек, астронавт, полицейский, пожарный и шеф. Но это все какие-то, знаешь, такие именно профессиональные штуки. Но я, наверное, куплю себе костюм авантюриста. Да, я его купила. Я сейчас... Почему бы и нет? Воу! Ёши, смотри. Смотрю. У тебя тоже очень классно. А это кто у тебя? Это лесоруб. А к тебе идет. Спасибо. Никогда не хотел быть лесорубом? Хотел. Ну, выглядит шикарно, мне нравится. А я, видишь, такая с рюкзаком, я в поход пошла. Пушистая, я бы сказал. Ну да, знаешь, у меня есть подобная кофта, кстати, она даже с таким же вырезом, только она более белая. Ну, это так, ага. Та же кофта, только я в ней очень долго ходила, в общем, в поход. Да, и она стала такой. Обнимала овец, я не знаю. Возможно. Так, Юш, но у меня еще остались бриллианты, и я намерена их сегодня потратить и купить себе какого-то питомца. Я надеюсь, что мне попадется либо кто-то из нижнего ряда, либо кошечка. Она самая нередкая, но я хочу, чтобы у меня была кошечка. Ну, так. Отличное желание, погнали. 150. Нажмите, чтобы принять случайного питомца. Ну, кошечку хочу. А, мне случайно... Ну, в смысле? И кто это будет? Это кошечка! Только черная, но это здорово. Так, Джек, ну пусть будет Джек, это, кстати, кот. Вот он, смотри, у меня есть черный котик, он довольный. Кстати, я разблокировала награду кота, тут бейдж дают за каждое животное. Смотрите, Ёши за пазуху засунул моего кота. Ты чё, ну повернись. У тебя хвост торчит, у меня тоже, смотри. Да, потому что мы пингвин, у нас должны торчать хвостики. Да? И, Ёша, перед тем, как закончить... Ой, у меня кот недоволен, ты представляешь? А как его? Я не могу, о нем можно только в тайкуне своем заботиться. Так что, пока мы не направились в свой тайкун, я предлагаю устроить снежную битву. Давай. А как снежки тут? Прям так? Прям так? На. Не. А, ты попал в меня, снежку. Я с тебя попаду. Я в тебя попала хоть раз, скажи, пожалуйста. Просто меня не видно. Ну, а я должен что-то чувствовать, типа, ну, а, вот, раз попала. А, ну ладно. А мне за это ничего не дают, да? Не платят мне за то, что нет, видимо, нет. Попадать. Ну, по крайней мере, это весело. Знаешь, такое ощущение, что я сама вся попала. Не. У меня кот недоволен, что ты в меня снежками кидаешь, ему не нравится. Извините, пожалуйста. Получай. Можно вот так. Я сердечко одно получила, Ёж, у меня теперь 7 сердечек. Ой. Это очень приятно. Но я думаю, что мы на этом будем заканчивать. Кстати, я забыла сказать, что здесь вот деньги двойные сейчас. Мне начисляются в тайкуне, поэтому можно. Ты тут... миллиардерша, да, уже, наверное? Нет, у меня всего лишь 188 миллионов. Это еще не миллиард. Да, на те снижу. А, о, можно вот так кидать. Опа. Ну, на самом деле, выходить не хочется, поэтому, ребят, если вам понравилась эта игра, пожалуйста, поставьте лайки, оставьте комментарии, и я очень-очень надеюсь, что мы с Ёшей еще придем сюда снова, что вам понравится, что вы будете смотреть. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!